Русско-английский видеоразговорник «Автомобиль». У меня международные водительские права. I have an international driver's license. Включена ли в страховой полис компенсация? Does the insurance policy cover? Включена ли в страховой полис компенсация жертвам в случае аварии, то есть личная ответственность? Does the insurance policy cover personal liability? Liability. Включена ли в страховку компенсация за повреждение имущества? Does the insurance policy cover property damage? Включена ли в страховку компенсация за ремонт машины в случае столкновения? Does the insurance policy cover collision? Collision. Сколько стоит полная страховка? How much is comprehensive insurance? Comprehensive. Все документы в порядке? Are the papers in order? Куда ведет эта дорога? Where does this road lead? Есть ли дорожные указатели? Are there road signs? Покажите мне это на карте. Show it to me on this road map. Могу я избежать интенсивного движения? Can I avoid heavy traffic? Traffic. Какой следующий город? What's the next town? Мне следует ехать прямо? Shall I drive straight ahead? Где я должен повернуть? Where must I turn? Налево? Left. Направо? Right. Я на правильном пути? Am I on the right way? Где ближайшая бензоколонка? Where is the nearest gas station? Британский вариант petrol station. Полный бак, пожалуйста. Fill it up, please. 8 галлонов, пожалуйста. 8 gallons, please. 1 американский галлон, примерно 4 литра. Gallon. Пожалуйста, проверьте масло и шины. Please check the oil and the tires. Помойте машину. Wash the car. Моя машина сломалась. My car has broken down. Можете вы мне помочь? Can you help me? Сколько это займет времени? How long will it take? Сколько я вам должен? How much do I owe you? Счастливого пути! Have a safe trip! Удачи всем в изучении английского языка! С вами был Альберт Кахновский.